платите деньги, а деньги мы с вами платим очень большие, причем я говорю, что очень большие, значит, они должны на должном уровне вам оказывать эти услуги. А у нас это не делается. Вечное противостояние собственников жилья и управляющих компаний. Как правильно поступить в этой битве, рассказали активистам железнодорожной слободы на школе управдома. За 11 занятий в этом году в семинаре приняли участие 150 человек. Специалисты помогали разбираться в жилищном законодательстве лидерам ТОСов, ТСЖ и домовых комитетов. Семинар очень много дает знаний, вот, потому что там очень много все рассказывают. Положение какое-то вышло новое, раз сразу нам дали. И тут же документацию сразу, ну вот. Я, например, года два или три уже сюда хожу в дружбу. Владимир Паричук такие семинары не пропускает, потому что чувствует ответственность за здание по адресу Русская, 11, домкомом которого он является. За штурвалом дома Владимир 5 лет. Уссурийец активно участвует в процессе обучения, ведь специалисты напрямую могут объяснить все правовые моменты и возможности благоустроить свой двор. Любой год детская площадка. А у нас что? Вот двор, вот 4 дома, нету ничего. А какой это двор? Русская 11. А вот жители 12-го дома по той же улице уже успели построить спортивную площадку на своей территории. Удалось это сделать с помощью школы управдома, где предоставили всю необходимую информацию. Благодаря школе управдома жители нашего округа узнали о программах и проектах, которые на муниципальном уровне, и смогли осуществить эти проекты по площадкам, по детским и спортивным площадкам. Юридически подковали, о возможностях рассказали, информацией снабдили. Активистам осталось пользоваться знаниями и максимально развивать свои территории. Что касается вопросов благоустройства, санитарного состояния нашего Уссурийского городского округа, после этих занятий, после этих обучений в школе управдома, ну, приведут еще к определенным положительным результатам. Если у участников появятся вопросы после семинаров, они всегда могут обратиться в отдел благоустройства Уссурийского городского округа. Илья Аманатов, Сергей Флоренцев, Телемикс.